кого есть душа, связанная с землей, морем, лесом, полями, это воздухом. Это старорусская вера, я так понимаю, да, какая-то. Воздухом. Да? Мы чем дышим сейчас мы? Воздухом, да, ребята. Да. Воздух нам дает кислород. Мозг, ноги, руки ходят. Любим все остальное. Друг друга любим, женщин. Стараемся всегда любить не мужиков, а женщин. Почему Европа вот гоняет нас, типа, однополые браки, это неприемлемо. Всевышний там не приветствует. Когда-нибудь Европа, она станет. Великая Ивана говорила, что Европа вижу в огне. Гори. Серёж, ну как мы? Мужики, муж и женой стать, или там мужем, мужем, как это понять? Ты понимаешь, как два мужика, они жены или там. Я, как это, я вообще не могу. Слов нет, да? Как? Нет. Откуда это слово? У нас раньше было такое? Еще родить, да? Да. Еще родить. Андрюш, было раньше у нас такого? Нет. Да. У нас только было женщины, любовники, там, любовницы, там, любовники нет. Любовницы свои были, и никто не знал. В советское время тоже было, как бы, тихая любовь. Его никто не знал. У нас секса не было. Секса не было. А детей было много. 5, 6, минимум 4, 2, 3. Правильно? Откуда? Значит, была стабильность или любили друг друга? Как любили друг друга? Близко. Близко или близко. Как? И... От чистого сердца. А на стороне? А этого никто не знал.